Курица мяукает. Такой вот странный звук она издает. Мяу-мяу. Прикольно. У нас тут полусолнечно. То есть вроде солнце есть за облаками, а вроде как-то его и нет. Вроде как-то оно и не светит особо. Вот. Хотя еще 9 утра. Жара еще, наверное, будет. Такие дела. Такое вот замечательное, доброе у меня утро. Прохладный все еще ветерок дует, слабенький, но дует. Спалось мне, как обычно, хорошо. О, кофе готов. Кофе готов. Утро начинается с кофе. Утро начинается с кофе. Ну а как ему еще начинаться этому утру, если не с кофе? Вот тут я спал. Блин, какая-то муха еще живая. Вот она сидит, блин, зараза. А так они вон они все. На липучках. Все, блин, прилипли. Потому что мухи раздражают. И наконец-то я купил липучки. Вот когда Свити и Фантик ездили в банк давеча. Купил я липучки. И липучки эти помогли. Да. Доброе утро.